Вы просили новогодний курс, но я приглашаю вас на более актуальный для всех времен года курс по лепке из запекаемой полимерной глины, который называется «Праздничный». Вас ждет 5 различных идей декора баночек и кружечек. Создаем подарки на дни рождения, на 8 марта, тематические зимние и осенние праздники, новогодние и летние дизайны – все вас это ожидает на новом курсе. Осенний дизайн кружечки. В тыкве расположен целый букет хризантем. Такой подарок можно подарить осеннему имениннику. Но если мы добавим школьные принадлежности, карандаши, линейки, то такая кружечка станет тематическим подарком ко дню учителя или воспитателя. Новогодний дизайн представлен в 2 вариантах. Первый – кружечка с букетом. Самые-самые новогодние цветы пуансеттии собраны в апельсине. Апельсиновую кожуру делаем, добавляем различные цветы, добавляем яркие карамельки, добавляем еловые веточки, и получается вот такой вот новогодний дизайн, который подойдет и в качестве новогоднего подарка, и для зимнего именинника. Второй декор на кружке – это лепка оленя и натуральная его схожесть. Оленя лепим объемного, добавляем немножко новогодней атрибутики, и получается прекрасный рождественский подарок. Весенний дизайн кружечки. Здесь в деревянном горшочке собраны самые ранние первоцветы весны. Старалась выбрать цветы, чтобы не повторялись в предыдущих курсах. Каждый раз новые. Здесь у нас небесно-голубые мускари и полные объемные нарциссы. Прекрасный подарок как именинникам весны, так и на 8 марта своим любимым, родным, близким, мамам, бабушкам, дочерям. Летний дизайн – экзотические баночки с цветами и фруктами. Здесь есть кокосы, здесь есть Рафаэлла, здесь есть роза Остина, здесь такие сочные ветки пальмы и есть вот такие милейшие орхидейки, маленькие, салатовые, с прожилками тонкими. Такой декор прекрасно украсит интерьер любой кухни. Любая хозяйка будет рада этому подарку. Для летних именинников такие подарки очень подходят. Более того, дизайн и элементы из всех вот этих вот кружек, баночек вы можете взаимозаменять. Вы можете использовать их при создании украшений. В каждом своем новом курсе я стараюсь, чтобы не повторялись ни дизайны, ни цветы, ни фрукты, ягоды, которые мы делаем. Каждый раз это новая информация. Старт курса 20 ноября. По предварительному запросу на вашу почту я могу выслать список материалов и инструментов, которые необходимы для этого курса. В наличии есть 10 наборов для новичков, то есть если у вас нет ни материалов, ни инструментов, я думаю, что такой набор вас очень выручит. Стоимость курса составляет 2000 рублей. Для моих постоянных учеников действует скидка 25%, неважно на каком курсе вы обучались, либо проходили живые мастер-классы. Для вас стоимость этого курса составит всего лишь 1500 рублей. Прием на курс до 10 декабря. Дальше группа будет закрываться, и следующий набор, конкретно на этот курс, будет не раньше, чем через 6 месяцев. Обучение проходит в закрытой группе ВКонтакте. Доступ к этой группе будет постоянный, без временных ограничений. По всем вопросам прошу обращаться только личными сообщениями. Все контакты на свои социальные сети и телефоны я оставлю внизу под этим видео.